Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящен тем, кто делает свои первые шаги в тренировках. Ребят, расскажу вам на собственном примере. Я начал тренироваться в 15 лет и весил 63 килограмма при росте 183 сантиметра. Первые полтора года я занимался на турнике и делал упражнения с весом тела. Гантели у меня, по-моему, была лишь одна 8-килограммовая, и я делал упражнения на бицепс и что-то для трицепса. В общем, суть в том, что делал какие-то элементарные упражнения, ни одного базового движения. В 16 с половиной лет, то есть через полтора года, я впервые пришел в тренажерный зал и весил уже 80 килограммов, а рост у меня был где-то, по-моему, сантиметров 186. И дальше, в течение первого года тренировок я набрал 15 килограммов. И в 17 с половиной лет весил уже 95 и жал лежа 140. А на момент прихода в тренажерный зал мой жим был 85. Сегодня, сейчас я вам покажу программу тренировок, которую я использовал в этот год с 16,5 до 17,5 лет. И которая позволила мне увеличить, например, жим лежа с 85 до 140. Начинал я с жима лежа, потому что мне казалось, что это религия, это кладезь силы и кладезь мощи верхней части тела. Я использовал пирамиду и делал порядка 6 подходов в жиме лежа. Пару слов о том, каким образом я делал жим лежа с точки зрения пирамиды. Сначала был разминочный подход на 12-15 повторений. Потом я увеличивал вес и стремился сделать 8. Потом увеличивал еще немного вес и стремился сделать 6. Потом увеличивал еще немного вес и просил кого-то подстраховать и делал 4. И потом пробовал еще добавить немного и сделать 3, возможно, с помощью последние 2. То есть, например, 2 делал сам, 3 мне помогали, 4 мне помогали. После жима лежа я делал разводки с гантелями лежа. Ориентировался на 4 подхода по 12 повторений. После этого я делал тягу штанги в наклоне. 4 подхода по 8-10 повторений. После тяги штанги в наклоне я делал тягу сверху широким хватом. И делал это упражнение 4-5 подходов по 12 повторений. После этого я делал подъемы гантелей через стороны стоя. 4 подхода по 12. После этого я делал пулловеры. 4 подхода по 12. После этого я делал приседания со штангой, 4 подхода по 10-12 повторений. Ни разгибаний ног, ни сгибаний ног я не делал, потому что считал, что все, что необходимо, это база. И иногда я интегрировал французские жимы лежа со штангой и классические подъемы на бицепс с гантелями, поочередные. Эту программу я применял 3 раза в неделю, крайне редко получалось 4, потому что на том этапе было окончание школы, подготовка к институту, и времени было крайне мало. Паузы между подходами были достаточно большие, потому что я пытался делать какие-то домашние задания, сидя на скамейке в углу в зале, между подходами. Поэтому паузы, я предполагаю, были в районе 3-4 минут. Удивительно то, что, ребят, жим лежа прибавлялся благодаря тому, что я использовал пирамиду, и, как я уже сказал, что к зиме, это как раз мне было 17,5 лет, я выжил лежа 140 на раз. Попробуйте эту программу тренировок, напишите, что вы думаете, и мы увидимся с вами в следующих выпусках. Пока!